Добрый день. Сегодня я решил провести видеообзор кожаной женской куртки. Кожаные женские куртки на женщин от 46 до 68 размера. Вот такая красота. Вот такая зеленуха. Изумруд цвет. Шикарная кожа. Турция. Капюшон из песца. По-моему, даже... Нет, это не песец, это лиса. Лиса. Потому что густая подпушь и длинная ось. Это лиса. Сейчас мы с вами поближе посмотрим ее. В общем, модель такая. Посмотрите, свободный крой, типа летучки. Кожа, посмотрите, какая. Мягенькая. Заклепочки. Смотрится очень стильно для дамы. Любого размера. Укороченный вариант, но все прикрыто. На змеечке и удобный капюшон объемный. В этой курточке, вот посмотрите, сзади фасончик, посмотрите, какая она. Видите, здесь заклепочка, все аккуратненько сделано. И хороший мех. Глубокий капюшон. В этой куртке, вот я вот сюда повешу, В этой курточке можно ходить, вот чуть-чуть попрохладнее на улице стало, и можно ходить, в принципе, до морозца, до легкого минуса. То есть универсальные вещи, как и в автомобиле, так и пешочком. Вещь на каждый день. Такая курточка в шкафу у вас не зависится. Это нужная покупка, важная, на каждый день. Вы ее всегда оденете. Всегда получите массу удовольствия, всегда будете выглядеть красиво, и в то же время она вас не будет ни к чему обязывать. Это то, что вы ищете. Вот такая вот моделька. А размерчики у нас есть разные. Вот я вам покажу. Посмотрите, вот они здесь висят у нас. Видите? Вот они. Размерчики разные. Ну, тут много разных фасонов. Такой цвет. Потом еще вот есть со светлым мехом. Енотик. Такой вот добрый пушистый енотик. Вот. Ну, ждем на примерку. Увидимся в магазине. Мы работаем. Сегодня у нас вторник. А работаем с 12 до 6. И так всю неделю. До выходных. Выходные с 12 до 4. Жду на примерку. Пока-пока.